Давно здесь не были. А здесь все по-другому. Я здесь не был уже полгода точно. Здесь все переделано. Здесь был детский отдел. Теперь здесь хоска. Тут сковородки. Ни хрена себе. Вот что значит полгода. Вот этой палетной зоны здесь тоже не было. Хрена себе, они все переделали. Ё-моё. Здесь теперь что? Автомобильные мячики какие-то. Автомобильные вообще было не здесь. Клей, батарейки теперь здесь, когда это было там. Автомобильные, вот смотрите. 3000 рублей вот за эту хрень. Вот, ребята, кто будет смотреть, не покупайте вот это. Потому что это выломать можно за одну секунду. Это бесполезно, все вот эти все жлыги на руле, это все бесполезно. Предохранители, хрена себе. Оплетка, 1000 рублей. Барахляная. Да, смотрите-ка, все переделали, ё-моё. Автомобильная теперь здесь. Да, ребят, все переделали. Вон керхер есть. Мойка высокого 10 тысяч. 18 тысяч. Ну, керхеры уже не те стали. Звоночки. Да, ребят, все переехало. Все переделали. Тут теперь вон всякое. Керхер, пылесос. Тут это в перемешку порошки, кофе, соки, водка, лимон. Это что-то такое красивое. А, это мартини такой. 1000 рублей. Все, ребят, переделано. Кофе. Плита. Home Club 1200. Ну, на дачу снимаю то, кстати. Нормально. Все тут прям так, огонь. Кастрюльки. Кстати, красивые. Такие тяжелые. А какой материал-то у нее? А, это от Home Club. Home Club Дешман, кстати. Стекло. Алюминий стеклянный. Что это такое, алюминий стеклянный, не знаю. Ну, ладно. Так что как-то так, ребят. Ребят, вы видели вот такой Риттерспорт когда-нибудь? Ни хрена себе. Для сравнения, вот Риттерспорт. И вот Риттерспорт, смотрите. Разница какая, видите? Этот стоит 119, а это 299. Но здесь все вкусы, ни одного вкуса нет, кроме фундука, нет. Так, что тут есть? Буратино, да? Дюшес, Буратино. Я не знаю, что лучше, Дюшес или Буратино. Наверное, Дюшес. А может и Буратино. Нет, Дюшес, наверное, я возьму лучше. Буратино все-таки. Дюшес лучше. Прикиньте, конструктор собирать. 5499, прикиньте. Здоровый такой. Машинка есть. Но машинка это некрасивая. Это похоже чем-то на Шевроле. А это вот самолет классный. Да, в нашем детстве таких не было. Это что? А, это бить. Я думал, это огнетушитель. Да, вон. Ни хрена себе, Джек Дэниелс 200. Сколько? Вот что значит не пить алкоголь и не знать ценники. А, это к 23 февраля все подорожало, понятно. Сейчас начнет 23-му дорожать. А потом скидка будет, когда никому не надо. Но это не акула, это кит. Это кит. Видите, детский отдел теперь сюда переехал. Он теперь здесь. Здесь вон что творится. Ё-моё. А, это типа это... Доставка этой лентовской. Вон какие машинки, смотрите. Яндекс.Такси. Тариф грузовой. На пневме. Ага. Видите, как все переехало, короче говоря, ребята. Мосгортранс. Случайно у Дида тележку отобрал. Ну, там стоял Дид какой-то, у него была тележка, я случайно его тележку спер. Короче, сегодня у них акция 50% на кофе и на бритвенные станки. Вот, поэтому взяли кофе и бритвенные станки. Я говорил, Дид идет, я у него взял тележку, отобрал. Что у них тут есть? Смотрите. Кул-кола 98,
и такая же в банке 79. Ну, как бы они отдают отчет, кто это будет покупать. А вот такая, кстати, Jumbo Cola в пятерке стоит... Ой, не в пятерке, в семи шагов, 34. И вон еще есть какая, видите, в банке, 49. Хрень полная. Ну как 49, когда можно купить вот это? Вон еще какая-то фантола. Сколько видов колы всякой. Кола черноголовка без сахара. Такая, сякая. Такая, такая. Каких только нету. 500 видов колы. Вот от фанты такая же. Кола такая, черноголовка без сахара. Какие-то... Это медовуха без алкоголя. Блин, ребята, у меня, оказывается, камера не снимала. Оказывается, это, видите, не полтора литра, а два. Стоило 147, а по карте 94. Вот еще есть мандарин, но я мандарин не пробовал и не хочу. А лимон я, по-моему, пробовал. Ну, лимон такой себе. Вот, ну вот из этих лучше всего, раньше мне нравился Буратино, но вот от этой марки лучше Дюшес, чем Буратино. Кто не пробовал, вкус винограда южного. Сразу вспомнил, вспомните, фильм был с Луи де Фюнесом, он там играл этого жандарма, месье Крюшон. Вот, месье Крюшон. Мне попробовать вот такой вот мартини Бьянко. Фьера называется. Я обычно беру Бьянко, вот обычный, вот этот, видите, по 1099. Но я беру только на Новый год, я так не пью его. А сегодня мне дали вот так вот попробовать. Вот, короче, разбавили его джин-тоником и положили льда. Ну, тут большая часть, конечно, мартини, и вы знаете, оно нисколько не крепкое, оно просто офигенное. Вот видите, не зря зашел. Еще и выпить дали на халяву. Как помните, Николай Петрович говорил, на халяву и хлорк-творог. Не, на самом деле вкусно, я теперь буду такой брать, мне нравится. Такое вижу. Это знаете, что такое? Это не жетончик на метро, это 25 рублей, прикиньте, вот таких дали 3 штуки. Я пес его знает, я первый раз такой вижу. У нас вот что-то вроде не говорили, что... А, это ко дню освобождения Ленинграда, прикиньте. Вдруг они будут стоить что-нибудь. 19-й год, прикиньте, нифига себе. Может, они какие-нибудь ценные. Надо в интернете глянуть. Нет, это Jack S4, на базе которого сделан новый москвич. Вот, видите? Даже цвет такой же. То есть ничем не отличается. Что Jack S4, что москвич, это все одно и то же. Поэтому москвичевского там только название. Все остальное это Китай. Вот так вот. Так, друзья мои, решил я запилить такую рубрику. А есть она у Лехи Хомякова, у него она называется «Что можно купить на?». Вот что можно купить на общим чеком 2700 рублей. Значит, я уже убрал отсюда 30 штук яиц, они лежат у меня, и бритвенные станки. 4 штуки плюс 1, 139 рублей жилетовские. Так, дальше. Сыр с Валя. Я не буду говорить, что сколько стоит, просто общим чеком. А вот такая вот blueberries. Ну, это, я так понимаю, это как она? Господи, боже мой, черника. А, не, не черника, голубика. Так, дальше поехали. На акции были представлены вот такие вот конфетоньки. Фабрики Крупской мама взяла себе, а это кому-то взяла в подарок. Не знаю, кому. Ну, видимо, к 8 марта, может. Далее. Птица. Филе без кожи, 365 дней. Так, отложим в сторону, пока вместо этого у нас печенье не доедено. Мама делала печенье обалденное. Девочки обалденные. Так, вот такой вот бородинский хлеб. Очень люблю бородинский хлеб, тоже обожаю. Прям вкусный хлебушек. Так, пицца! Пицца Ля Тротория. Она сейчас стояла на акции по 149 рублей. Курица с ананасами. А так она в миру стоит 329 рублей. Ну, сейчас кто-то скажет, что такое мы не едим. Есть у меня зрители на канале, которые это не едят. Ну вот я ем, я люблю пиццу. Так, дальше. Это значит у нас манная крупа, манка. Манная крупа. Так, это салфетоньки для протирания оптики. Влажные салфетки именно для оптики. Вот они у меня нужны такие, очки протирать. Так, и это у нас что? Масло наше дело сливочное какое-то. Так, это один пакет, сейчас второй. Так, пакет number two. Чай. Вот такой вот чаек. Индийские специи называется. Вот такой чаек. Какие-то индийские специи называются. Кто знает Куплину, вот тот в теме. Так, но это не индийский, а это вот чай черный цейлонский с ароматом лесные ягоды. Ну, ничем не пахнет, надо попробовать.
Так, дальше. Поехали. Перчик обычный, красный, сладкий. Это фильтр Aquaphor. Он стоял на акции 329 рублей. Это для вот, вот для вот этого вот фильтра. Так, батон Оладушкин. Вот такой вот батон Оладушкин стоит 7 шагов 19 рублей. В ленте он стоит 30 с чем-то. Ну, кстати, между прочим, не очень вкусный батон. Но мама сама путается, какой лучше, какой нет. Сама забывает и покупает. Короче, без разницы. Хлеб он и в Африке, хлеб, вернее, батон. Так, помидоры вот такие вот. Фламенко. Вот. Далее, вот такая вот кока-кола. Новинка без сахара, черноголовка. Попробовать. Ну, мне кажется, что без сахара, ну, она, может, не такая будет газированная и не такая сладкая. Далее, представлено было, я вам показывал, вот такой вот напиток Дюшес, черноголовка, общей стоимостью 94 рубля. Я это запомнил. 2 литра, я считаю, что это прям вообще порядочно. Это прямо очень порядочно. А вот, и что еще? Значит, здесь у нас вот такой вот один огурец. И вот такая вот колбаса. Ну, я ее не ем, это мама берет себе и племяшки. В общем, все, что я вам показал, плюс яйца 30 штук и плюс одноразовые бритвенные станки, это все обошлось общим чеком 2740 рублей 39 копеек. Охренеть! Вот так, ребята. Поэтому вывод, все подорожало. И что ты купил? Ничего. Раньше, я помню, на 3000 рублей мы покупали 4 мешка. Сейчас, вот видите, 2. И есть здесь практически нечего. Ну, не забывайте еще фильтр. Почти 400 рублей. Ну, это все тоже нужно. Так что жить стало, ребята, дороже.